Сегодня у нас первый фестиваль. Все наши делегации собрались, более 40 представителей различных стран, Бразилии, Китая, ЮАР, Индии, приехали в Москву, и наши ребята, нашего Института театрального искусства под художественным руководством Иосифа Давыдовича тоже все готовы представить, значит, свои драматические школы. Вы абсолютно правы, что, безусловно, это для ребят и для профессоров, это, безусловно, замечательная возможность посмотреть о том, как различные драматические школы работают со студентами, как они представляют то или иное драматическое произведение. В данном случае мы выбрали Елизаветинский театр, выбрали Шекспира, Уильяма Шекспира, и выбрали спектакль «Ромео и Джульетта» как всемирное известное наследие драматической школы. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, мы обязательно проведем или стараемся сделать это на достойном уровне, этот фестиваль. И в следующих годах мы будем брать разные темы и приглашать в дополнение к существующим странам. Вот сейчас представлено 5 стран БРИКС, а мы говорим БРИКС плюс один. То есть каждый год мы будем приглашать новую страну, которая будет приезжать и вместе с нами, значит, проводить этот фестиваль, и, возможно, не только на территории России. Мы все наслышаны об экономическом сотрудничестве между странами БРИКС. И я очень рада отметить, что сейчас появляются такие культурные проекты, взаимные проекты между странами БРИКС. В этот раз мы привезли с собой студентов с разных факультетов. Это студенты с актерского факультета, с музыкального, с танцевального и с факультета сценографии. В нашем спектакле мы синтезировали как шекспировские традиции, так и элементы восточного китайского театра. Many of our traditions of theater are наши театральные традиции нашей страны сейчас очень пересматриваются, изучаются. И, конечно, мы смотрим еще на этот фестиваль с точки зрения того, насколько Шекспир — это как представитель нашего колониального искусства, да, или прошлого. И нам было бы очень интересно посмотреть, насколько Шекспир сможет стать вот таким универсальным инструментом театральным. Есть очень много положительного от этого фестиваля, прежде всего в том, что, ну, наши студенты, например, очень многие никогда никуда не путешествовали. И очень важно понять, насколько этот фестиваль и пьесы Шекспира могут быть соотнесены с тем, что в нашей стране есть, и как студенты к этому тоже отнесутся. И, конечно же, будет очень здорово увидеть, что студенты это попробуют, как раз попробуют адаптироваться, с этим сжиться, и, ну, и попробовать на вкус, что ли. Что мы делаем, так это мы пытаемся расследовать, исследовать, изучить тех главных персонажей, которые у Шекспира есть. Что мы делаем, так это пытаемся визуализировать и визуально показать вот эти все тонкости, все, что существует в тексте Шекспира. Если в английском театре мы всегда слышим прекрасные голоса, видим замечательных актеров, видим всю эту форму, то в Бразилии это по-другому. И я думаю, что танец как раз будет один из путей, как это можно сделать у нас.